Они вот уже десятки лет, ну, последние 20 лет точно, формируется, становится на ноги миграционная политика. Повышение внимания ко всем, кто уехал за рубеж зарабатывать свою трудовую деньгу. Наши женщины, особенно из сел, уезжают туда, подвергая риску свои семьи. Семьи распадаются, семьи, дети остаются без внимания. В рамках этого проекта мы провели недавно